Ну что, прямо как и обещал, на моем канале, как видите, 76 тысяч подписчиков. А я свое слово держу. Это у нас щупальца осьминога, а это у нас мега острая штучка, и это все из Китая. Давайте с более нормального. Это у нас щупальца осьминога, хотя звучит, ну это никак не нормально. По запаху похоже на собачку. Это что, давайте? Ой-ой-ой! Это остро! Молоко! Это мега остро! Я спасаюсь молоком, и это китайцы как-то едят. Так что, я не знаю, мне до сих пор охота пить молока. Кстати, лайфхак. Мне очень страшно, так что... Потому что это в много раз острее. Пахнет уже чем-то вот знакомым на это. Они большие, это наподобие чипсиков. Я надеюсь, я не перестану чувствовать язык. Давайте. Они так это и остро. Хотя стоп. Нет. Я скоро буду огнем дышать. Остро!